Всем привет! Мы приехали погулять в парке для собак. Нас пригласила наша знакомая американка погулять с ее собачками. И вот так вот устроено, вот такие вот двери двойные, чтобы зайти на площадку с собаками. То есть заходите, закрываете, и потом только открываете вторую. Вот такая вот площадка. И здесь вот гуляют люди с собаками. Еще если видно, впереди идет мужчина, у него пакетик в руках. А у людей перчатки такие специальные. Они фекалии подбирают, складывают в пакетик, чтобы потом вывести с этой площадки. И вот такая вот площадка. Вот он какой красавец. И вот люди заходят. Вот сейчас они зайдут с собакой. Вот дверь закрыли, потом следующая. Ну, вот так вот. Сегодня хороший денек, тоже тепленько. Приятно очень погулять. И вот мы такое вот выбрали себе сегодня развлечение. Погулять с собаками. В наших апартаментах собак нельзя. Так, собачки, вот они и поделили. В наших апартментах содержать животных нельзя. А скучаем по своим, поэтому, в общем-то, выбрали, чтобы дети погуляли, поиграли. Там есть маленькие собачки у нашей знакомой, и вот с ними мы играем. Ну все, всем пока-пока.